заболеваем это великим космополитическим глобалистским позитивом. Английский, а не украинский язык. Потому что панда, потому что хозяин, совершенно верно. И в этой связи... ...на кокаин был положительным. Он с негодованием отрицал, что принимал наркотик. Повторный образец еще не пришел. Это означает, что он может участвовать, пока не вынесено окончательное решение. Надо мной висит угроза дисквалификации. Охоты на инакомыслящих в Прибалтике, когда все русское... Я люблю просто бери четыре ровные части, но если коротко сплит, не микрозаймы, ипотека, не овердрафт, не кредит, просто делю на четыре и не зовем это сплит. Я сплитую, он сплитует, мы сплитуем, он, она, они, да все сейчас сплитуют. Мы нашли фантастическую статую. Когда мы нашли ее под водой, мы бы... Решение на каждый день от ВТБ. Это не пропуск. Самый важный момент с бесплатной дебетовой картой. Это возможность сделать долг комфортным в один шаг и без комиссии. Радовать близких удобными переводами в России и более чем в 10 стран мира. И получать не только эмоции, но и до 30% кэшбэк. Оформите бесплатную дебетовую карту для жизни в ВТБ. Возможно, с Лазиксом он мог бы финишировать, как другие.
теоретически можно обсуждать вопросы частичного принятия Украины в НАТО. Неделю назад мы тут с вами обсуждали эту идею из уст депутата Бундестага Рота, да? Но на него обрушили все в самой Германии, да что ты такое говоришь и так далее. А тут Расмуссен, прости. Кокаин. Когда мы услышали о дисквалификации на 3 месяца, то вздохнули с облегчением. Нам оставалось желать победы серпами, ну, экономили шильницы, патроны, да? Вырезали детей, стариков, женщин и так далее, сжигали живьем, грабили села, носили.